Добрый день, дорогие друзья! Рады приветствовать вас в литературной гостиной журнала «Симбирск». Сегодня наш гость – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой русского языка, литературы и журналистики Ульяновского педагогического университета имени Ильи Николаевича Ульянова, член Союза писателей России Владимир Николаевич Артамонов. Мы рады нашему гостю. Сегодня вы услышите музыкальную программу. Владимир Артамонов исполнит свои песни. Добрый день, дорогие друзья. Я Владимир Артамонов, профессор и заведующий кафедрой русского языка, литературы и журналистики Ульяновского государственного педагогического университета. Ну и по совместительству автор-исполнитель собственных песен, стихи и музыка мои, исполняю их сам под гитару. Ну и если вдруг кому-то интересно, у меня есть свой YouTube-канал, есть мои песни на странице ВКонтакте, есть несколько альбомов на сайте Real Music, ну и, в общем, на просторах интернета можно что-то найти, помимо того, что я назвал. Так, ну и меня просили рассказать о том, что со мной произошло за последнее время. Вот, пойду в обратном порядке. И вот первая такая новость. Буквально сегодня я получил сообщение, что достаточно большая подборка моих стихов должна выйти в ближайших номерах, пока точно неизвестно, в 5-м или 6-м номере журнала «Сура» Пенза. Вот, подборка эта называется «Слушая музыку», и вот я, наверное, с этой заглавной песни и начну. Слушая музыку, они одни позывные желудка. Вырастешь душу терпимой и чуткой, слушая музыку. Слушая музыку, а не орудий озлобленных ругань, люди научатся слушать друг друга, слушая музыку. Слушая музыку, сколько благого еще совершу я, так ли уж много у Бога прошу я, слушая музыку. Слушая музыку, жить на земле и тобой любоваться, и целоваться, и не расставаться, слушая музыку. Слушая музыку, сердце мое так бы билось и билось, а если б все-таки остановилось, слушая музыку. Так ли уж много у Бога прошу я, слушая музыку. Так, ну вот следующая песня связана с тем, что буквально вот на прошлой неделе ко мне приезжал мой друг из Казахстана, вот известный алматинский художник-импрессионист Нуршидин Тельманович Баратов. Он принимал участие в пластовском пленэре и потом вот заехал сюда. Мы с ним провели некоторое время вместе. Вот. А вообще, я как-то, по-моему, уже на одной из передач рассказывал об истории нашей дружбы. То есть мы с ним вместе служили в армии.
Потом 30 лет с лишним потеряли друг друга. Вот, и вот благодаря интернету нашлись, списались. Вот, мы с семьей ездили в Казахстан. Вот теперь был ответный визит. Вот, надеюсь, что этим все не окончится. Вот, ну и вот, вот эта история, собственно говоря, как-то у меня выросла в песню. Называется «Армейский друг». Армейский друг нашел меня в сети и написал, а я ему в ответ. Вот так спустя уж больше 30 насыщенных событиями лет сумел я снова друга обрести. За что тебе спасибо, интернет? Армейский друг, теперь мне просто друг. Ты мне дороже новых и не двух. Пишу тебе, жду от тебя вестей. Не пропадай надолго из сетей. Нет той страны, в которой мы росли, нет армии, что подружила нас. Но кое-что мы все-таки спасли, ведь огонек той дружбы не погас. Раз мы его сквозь годы пронесли, пусть он согреет нас еще не раз. Пусть не прервется дружеский наш чат. Сердца стучат, гитары не молчат. Пишу тебе, жду от тебя вестей. Не пропадай надолго из сетей. А помнишь, как-то связь пропала вдруг? Пишу ВКонтакте, ответа нет. Мертв Телеграм, я не имел Фейсбук. Звоню, но недоступен абонент. И понял я, как ты мне нужен, друг, и как для дружбы важен интернет. Армейский друг, теперь мне просто друг. Ты мне дороже новых и не двух. К концу пути остаться без друзей я не готов, ведь я не Одиссей. Пусть не прервется дружеский наш чат, пусть наши песни славные звучат. Пишу тебе, жду от тебя вестей. Не пропадай надолго из сетей. Собственно, в продолжение этой же темы, в общем, мы два вечера мы просидели с ним, с гитарами, вот, рассуждали о его искусстве, о том, что такое импрессионизм, вот, да, и, соответственно, о том, что делаю я вот, в стихах, в песнях. Ну, вот он мне сказал, что я символист, вот, да, назвал несколько песен, ну, которые, наверное, это подтверждают. И вот сейчас хочу показать одну из относительно недавних. Она, кстати, вошла в мой последний сборник стихотворной «Пробы перьев и струн». Называется «То ли ангелы, то ли птицы». Вот. И должен сказать, что написана она под впечатлением прочтения сборника Татьяны Мельник, вот нашего замечательного поэта. Вот у нас есть с ней и совместный такой труд,
Писали мы, по-моему, смс-ками общаясь, вот четверостишими, двустишими, потом побольше. И у нас такой получился диалог интересный о королях и королевах, о принцах, что-то такое. Вот, я опубликовал его в своем сборнике, мне кажется, она тоже сделала подобную публикацию, если я не ошибаюсь. Ну, по крайней мере, свои тексты точно опубликовала. Вот, ну и вот как-то такая вот, да, символистка, романтическая, что ли, песня. То ли ангелы, то ли птицы. Просыпаюсь ночью тревожно, будто кто-то в окна стучится. Как-то робко и безнадежно, то ли ангелы, то ли птицы ищут бесприютные крова. Я спешу им вынести хлеба, никого. Лишь смотрит сурово черное безмолвное небо. Ищут бесприютные крова, я спешу им вынести хлеба. Никого, лишь смотрит сурово черное безмолвное небо. Потом мне долго не спится, может быть, не крова искали эти ангелы или птицы, не за мною ли прилетали, может, место мне в вашей стае, может, вы об этом и пели, на стекле морозном оставив отпечатки трепетных перьев. Может, место мне в вашей стае, может, вы об этом и пели, на стекле морозном оставив отпечатки трепетных перьев. Песня, как и вот следующая, которую я спою, она еще опубликована. Ну, во-первых, опубликован хороший качественный видеоролик со звуком. Мы снимали вот несколько роликов специально для проекта, который мы реализуем вот в конце прошлого учебного года и в этом учебном году. Это проект, направленный на популяризацию русского языка в Африке. То есть мы написали очень, ну, на мой взгляд, интересную образовательную культурно-просветительскую программу для трех стран,
для Эфиопии, для Египта и Джибути. Вот. И вот в течение года до декабря месяца там по нашим программам преподаются курсы различные. Это и курс по фольклору, и по истории, и по литературоведению. Вот. Я, поскольку уже долгое время преподаю историю русского литературного языка, хотел сначала сделать курс истории языка, ну такой популярный. Вот. А потом подумал, а что я буду заниматься этим, кто это поймет вообще там в Африке, вот. Насколько они будут подготовлены там. Вот. И я написал курс, которым горжусь, это история авторской песни в России. Вот. И ну, познакомил слушателей с, ну, вообще с тем, что такое авторская песня у нас, с песнями Высоцкого, Визбора, Акуджавы. Вот буквально на прошлой неделе у меня был зум с Каиром. Вот, и ребятам там очень понравилось. Ну, там есть преподаватель, который вел этот курс, а заключительная встреча была вот со мной, как с автором курса. Вот им очень понравился курс, они вообще впервые услышали о том, что такое явление было в России. Вот, мы с ними пели вместе в зуме «Милая моя солнышко лесное» Визбора. Вот. Ну и заодно они знакомились еще с моими песнями. И вот специально для этого проекта мы записали вот с Павлом Сенчевым и Дмитрием Лосевым несколько роликов, видео. Они есть, в принципе, на Ютубе у меня на канале. Некоторые из них есть ВКонтакте, но все не выложил, какие-то есть еще у меня в запасе. Ну и вот как раз про ангелов и птиц одна из песен, которую я туда включил. И еще одна песня, ну это у меня, наверное, где-то с 2000, может быть, 2002 года примерно, у меня начал писаться цикл, посвященный нашей победе в Великой Отечественной войне. Вот. Как-то долго не писалось. Мне все говорят, почему у тебя нет песен о войне? Как же так вот Барты не пишет о войне? Да, у Акуджавы есть, у Визбора есть, у Высоцкого есть. Вот. А меня как-то эта тема вот не брала. И вот однажды как-то случайно предложили в техническом университете, я тогда работал, какой-то объявили конкурс. Вот на эти стихи я взял и написал. И как-то так вот после этого, видимо, вот что-то такое со мной случилось. И, ну, по крайней мере, раз в год у меня появлялась, ну, песня, связанная каким-то образом с этим. Вот. И, собственно, уже в сборнике, вот моем последнем, о котором я уже говорил, там есть отдельная главка или отдельный цикл, который называется так, как называется вот эта песня, которую я сейчас исполню. «Что забыла ты, война, в стороне моей певучей». Вот. Но сейчас еще у меня накопилось после этого сборника, ну, уже этот цикл где-то песен из 30, наверное. В прошлом году я записал альбом в студии Александра Лукачера. И, в общем, его можно, в принципе, найти на Real Music. Правда, называется он по другой песне, по заглавной «Время любить». Ну, вот я сейчас спою другую песню. Да, «Что забыла ты, война, в стороне моей певучей». Так. Что забыла ты, война, в стороне моей певучей налетели черной тучей грозовые времена. В стороне моей певучей, что забыла ты, война? Кто-то там на небеси, видно, нами недоволен. Не до песен стало более, только плач по всей Руси. Видно, нами недоволен,
кто-то там на небеси. Значит, снова в стремена запылали наши села, и каурый мой оседлан. Уж прости меня, жена, запылали наши села, значит, снова в стремена. Так что малость повоюю, может, орден заслужу, может, голову сложу, буйну в первом же бою я. Может, орден заслужу, может, голову сложу. Что забыла ты, война? В стороне моей певучей налетели черной тучей грозовые времена. В стороне моей певучей, что забыла ты, война. Так, ну и вот это, собственно, достаточно старая уже песня. Написал я ее, по-моему, в 2021 году. Причем, интересно, написал сначала одну, прямо в День Победы, а потом 10 числа родилась вот эта вот. Вот. И я обычно на Ютубе выставляю, с праздником поздравляю всех, и какую-то песню выставляю. Но вот это уже потом пришлось на следующий год выставлять. Ну, а вот сейчас спою, наверное, самую свежую тему, свежую песню на эту тему. Она называется «Кукушечка». Я вот последние лет, наверное, 5-6, стараюсь в теплое и недождливое время ездить на работу на велосипеде. Вот живу я на Северном Венце, и вот с Северного Венца там по аллее еду на велосипеде, и кукушка начинает куковать. Раз, два, три, и замолчала. Вот. И вот пока я ехал до университета, доехал, написал песню. Мне сегодня кукушечка куковала, что ж так мало, кукушечка, что ж так мало? Я почти что кукушечка и не пожил. Мне уйти бы, кукушечка, чуть попозже. Я почти что кукушечка и не пожил. Мне уйти бы, кукушечка, чуть попозже. Ты, должно быть, кукушечка, позабыла, как ты пела мне, душечка, как любила. Обещала мне, душечка, жизнь до 100 лет. Я ж не старец, кукушечка, я ж не старец. Обещала мне, душечка, жизнь до 100 лет.
жизнь до 100 лет. Я ж не старец, кукушечка, я ж не старец. Зацветает кукушечка, кустик мяты. Или, может быть, душечка, не моя ты. Куковала кукушечка, ты другому. Как соскучился, душечка, я по дому. Куковала кукушечка, ты другому. Как соскучился, душечка, я по дому. Я соскучился, душечка, по любимой. Били пули кукушечка, да все мимо. Жаль, недолгая, душечка, жизнь солдата. Только в том не кукушечка виновата. Жаль, недолгая, душечка, жизнь солдата. Только в том не кукушечка виновата. Мы благодарим Владимира Николаевича Артамонова за участие в нашей программе и благодарим его за лирические душевные песни. В одном из своих стихотворений Владимир Артамонов написал: «Блеском юной листвы, в оперении жар птицы, чистотой синевы, дай Господь насладиться, дай Господь вдохновиться чистотой синевы». И это прекрасное пожелание мы адресуем всем вам, дорогие друзья. До новых встреч!